Russian Music Radio. Подожди, я тебе сказал, что я в Америке, а ты мне говоришь, что мне везет. А я тебе говорю, что тебе везет. Давай теперь выясним, кому везет-то. Не знаю, честно говоря. Живущим в России. Подожди, а ты думаешь, что ты приедешь в Америку, и тебе однозначно повезет? Думаю, да. Чувствую. Ну, тогда надо собирать чемоданы. Да я бы не сказал, тебе Россия это не пропустит. Почему? Ну, там сейчас свои заморочки какие-то. Какие? Хрен знает. Почему-то чувствую, что это как-то будет тяжело. А ты как думал? Такое все будет легко, что ли? Ты такой, везде тебя ждут. В Америке, вот я уверен, вот сейчас выйду, прямо это самое, везде уже стоят люди с караваями, ждут тебя. Ай, я приехал. Да, вот ты такой приехал. Ты этот самый, представляешь, такой, прилетаешь такой, выходишь с аэропорта, и чё? У тебя так ну же, и да, чё? Было? Дальше. Просто представь себе ситуацию. Do you speak English? Мы с тобой попытались поговорить по-английски, я так понял. You don't speak English at all. Окей, дальше что ты будешь делать? Ладно, поговорить с людьми ты уже не сможешь. Дальше что? Ну, дальше твои действия. Вот ты в аэропорту стоишь такой. Ты вот сейчас приехал, откуда ты? С Казахстана? Откуда ты? С Таджикистана? Откуда? Россия. Ну, понятно, а сам-то я родом откуда? Азербайджанец, я из... Ты с Азербайджана. Приехал в Россию. Прикинь, ты знаешь русский. Мало-мало знаешь. Как-то нашел, своих там нашел, туда все устроился. А в Америку ты такой, вот бы... уверен, приедешь и это добьешься всего. Почему? Ты плитку хорошо ложишь или что? Нет, я почему-то вот чувствую, если я даже в аэропорту, да, допустим, окажусь. Так. То, что я выйду в город, выйду из аэропорта, выйду в город. Подожди, город от аэропорта еще далеко, до него еще доехать надо дальше. А так. Ты, я так понимаю, не очень-то даже сможешь объяснить, куда. А мало того, а куда ты поедешь в город? Окей, ладно, в центр. Вышел ты в центре, в даунтауне. Ну, прилетел ты, допустим, в Лос-Анджелес. Высадили тебе в центре, в даунтауне. Я тебе могу честно рассказать, что такое даунтаун-центр. Это, знаешь, большие-большие такие бизнес-дома, огромные, красивые, американские, все нормально, в которые не зайдешь. В принципе. Хрена. Без кода, без security какого-то допуска и тому подобное. Это раз. А рядом с этими домами, естественно, лежат всякие такие интересные люди. Ну и куда-нибудь в центр, вернее, туда, если пройти, получается, более вот эта вот восточная часть или еще что-нибудь, особенно в Лос-Анджелесе, там вообще очень много доброжелающих валяется слева и справа. Ну и что ты будешь делать? Ну просто давай пофантазируем. Ну давай, я фантазирую, мне очень нравится с тобой общаться. Как я уже пошел в роли, представляю себе эти центры. Так. Так, что я буду делать? Это я нахожусь там. Начну приставать к людям. Буду общаться. Вот. Каким образом? Буду приставать к людям. Буду говорить им. Буду подходить к ним, буду говорить, типа, work буду им говорить, типа. Work. Ну, представь себе, я иду по улице, да, ты подходишь такой, я такой американец, а я американец. Даже если я знаю русский, вот с тобой, ты попросил меня говорить по-русски, я стасил говорить с тобой по-русски, корица. Ну вот, а ты подходишь ко мне, work. Ну, я, наверное, подумаю, что пора вызвать скорую помощь, вернее, психбригаду. Ну, американец, да кто сейчас так подумает? Ну, если не так, ну, в лучшем случае от тебя шарахнутся и тому подобное. Потому что за то, чтобы получить work, люди вон в очередях стоят. Ну, ладно, я понимаю, что ты можешь это самое где-нибудь кому-нибудь случайно наняться. Вообще, даю тебе такой маленький совет. Мексиканцы вот что делают? Они подходят к магазинам, к строительным магазинам. И там около строительных магазинов стоят в углу, где иногда подъезжают американцы.
В прямом смысле слова, я не шучу, я тебе честно говорю. Да. Подъезжая, вот, допустим, мне нужно там что-нибудь, какие-то булыжники перетащить. Я еду вот в Home Depot, так называемый строительный магазин. И около него всегда стоят нелегальные эти самые мексиканцы. Вот они запрыгивают ко мне, допустим, в трак, там, в кузов, или я их сажу, неважно, там, в свою хорошую машину бизнес-класса, в зависимости, как я их буду увозить, я не знаю. Но я как бы... Машину как-то, мне кажется, опасно таких садить, да и запачкают они все там. Но чем, тем не менее, я просто тебя рассуждаю. И вот потом я перевожу их в этот самый, и они там что-то делают работу, я им наличкой плачу, они уходят. Вот они такие вот стоят около строительных магазинов. Это тебе подсказка. Я понимаю, что ты не знал. Ну, уже ты знаешь. Я тебя поднял не, уже, я видишь, на два уровня выше. Дальше что? Так, мне нужно жилье. Да. Конечно. Жилье. А где ты поселишься у нас? А там вообще, как ты мне еще раз, Лос-Анджелес, да, назвал этот город? Я в Лас-Вегасе. Ну, ты-то прилетишь в Лос-Анджелес. Я не думаю, что ты прилетишь в Лас-Вегас. Не потому, что он дороже, а потому, что самолет прилетает в Лос-Анджелес. Так. Допустим, так. Жилье. У тебя варианты. Гостиница. Это в Лос-Анджелесе дорого. Ну, где-то $200 это более-менее что-то приличненькая гостиница. Не то, что она хорошая, а, скажем, такая, ну, окей. Ну, ладно, можно где-то найти, может быть, за 150 в сутки. Вот. То есть тебе надо будет это самое, как говорится, гостиница вариант. Или, естественно, поселиться, может быть, снять апартмент. Ты же жить собираешься. Но чтобы снять апартмент, первое, у тебя должны быть документы. Не то, что там, что ты должен быть американцем. Но у тебя должны быть там кредитная история. Ты когда снимаешь апартмент, ты заполняешь application, так называемый. Rental application. Он из 4 листов. У нас, по крайней мере, в Неваде, где ты пишешь, кто ты, что ты, где жил, кому можно позвонить, узнать про тебя и так дальше, и так дальше. Для того, чтобы человек, который тебе арендовал, или, соответственно, менеджмент компании, проверила, а надежный ли ты, можно ли тебя пускать. Какой тебе шанс туда устроиться? Не думал, никакого, да? В лучшем случае, если ты где-нибудь найдешь своего собрата, который скажет, слышь, брат, давай, пойдем ко мне, ладно, я тебе помогу. Теперь вопрос, шанс найти собрата. А, во, именно. Во. Это если ты его еще найдешь. А у нас здесь все русские друг друга не обманывают. Угу. Понятно. Понятно, да. Конечно. И что будем делать дальше? Так. Подожди, а ты потом вот будешь ходить, говорит, work, work. А какая work? Тебе спрашивают на английском, естественно. What kind of work can you do? А, окей. Такси. Такси, правильно. Чтобы на такси ездить в Америке, надо иметь минимум American Driver License, то есть американские права. Кто тебя возьмет с твоими правами? Я понимаю, раньше можно было приехать так четко в Россию. Говоришь, у меня права. Откуда ты сказал? С Азербайджана? С Азербайджана. Во, у меня азербайджанские права, я буду автобус возить с 40 или даже там иногда 50 или 60 русскими жителями Москвы по Москве, причем лай-лай, даже включая свою музыку. Это можно было только в России, в стране, где нет ни демократии, ни свободы, ни, короче, ужас-ужас. А в Америке, в нашей демократичной и свободной стране, ты должен иметь американский драйвер лайсенс. Мало того, чтобы водить автобус, естественно, еще CDL, то есть коммерческий драйвер лайсенс, который вообще очень трудно сдать даже мне. Вот. Но, тем не менее, хотя бы вот такой. Хотя, конечно, тебе твои собратья расскажут, слышь, не надо, да, можно ездить по русской, там, по азербайджански драйвер лайсенс. И тебе даже, в принципе, честно говоря, где-то дадут машину в аренду. Потому что, давая машину в аренду, это твоя проблема потом, как это самое, ты расплатишься. У них она, в общем-то, почти у всех застрахована. А если ты влипнешь куда-нибудь, то вдруг в суде тебе скажут, а на каком основании вы ездили по нашему штату,
не зная на законов наших штатов. А ты скажешь, как? Я же купил международные права, которые тебе твои собратья, естественно, не, ну, продадут. Я думаю, даже еще в России. Вот. Сейчас очень модно почему-то говорить, что у него есть международные права. Только разница, знаешь, в чем? Есть права международного образца, это вот 7U88 пластик. Это права международного образца. Международных прав нету, не бывает. В Америке, даже переезжая со штата в штат, в некоторых штатах, ты должен опять пересдавать и так дальше, и так дальше. Что дальше будем делать? Так, дальше. Значит, на такси у нас не получится, да? Знаешь, так, вот ты мне уже идею подкинул, я теперь себе другой этот вариант преобразил. Давай. Так. А какую тебе идею подкинул? Допустим, давай сначала. В аэропорту, по-любому, на этот, я найду какого-нибудь русского, типа, буду говорить, по-любому, там выходишь, одни русские стоят. Ну, ладно, вдруг действительно подвернется, согласен, хорошо. Да, конечно, подвернется, я же там приеду, я в самолете тоже буду с русскими, правильно? Ну, наверное. Большинство. Да. На крайняк к пилоту пристанешь, потому что пилот компании Аэрофлот, он точно русский. Скажешь, здесь садись, да? Я там на такси не поеду. Давай. Ну. Так. Что я ему скажу, бля? Ой, я говорю, я только приехал. Мне нужно здесь обустроиться. Типа, поможешь, что там, да как? Он, думаю, поможет. Офигенный спич. Не, ну нормально. Тебе просто надо выступать где-нибудь на партсобраниях, я так думаю. Так, хорошо. И дальше. Че, ну и дальше я найду свою дорогу. Какую? Да найду я ее. Понятно. Не, я понимаю, что я сам был молодой и авантюрный, и приехал в Америку вообще никуда ничего. Но тогда была другая Америка. Сейчас не очень-то люди рады, так скажем, приезжим. Из России приехал. Что? Из России приехал. Конечно, из России. Уже из России, не, да. Но просто, дело не в этом. Дело в том, что там просто там. Мой путь был очень страшным и тернистым, но дело не в этом. Дело в том, что просто и тогда еще была Америка другая. Это вот я про чем. Ну, об этом люди не задумываются, к сожалению. Вот такая вот штука. Слушай. Ну давай. А ты вообще вот хочешь вот, сам по себе, чтобы этот люди, живущие в России, приезжали в Америку? И устраивались, жили не в России. Да пускай приезжают. Я, честно говоря, бы, наверное, знаешь, особенно всех этих, как это называется, навальнистов, там, либерастов и тому подобное. Вот именно, только строго на общих основаниях, без всяких вот бенефитов, без всякой помощи, отправлял в Америку хотя бы на год. Чтобы они за все платили, все зарабатывали и тому подобное. Поверь мне, они бы возвращались. И уже бы асфальт целовали, вот этот вот, который не очень ровный, где они говорят, там, это самое, у себя в России. И сразу бы за Путина бы бежали бы голосовать и так дальше. А ты вот сам вот, как считаешь вообще, я правильно считаю, смотря на, с Америки на нас? Как я считаю, что? Алло. Задай, алло, пожалуйста, правильно вопрос. Что я считаю? Сейчас, подожди. Все, да. Ну, как ты считаешь, в России хорошо людям живет? В основном уже гораздо лучше. И в основном уже гораздо лучше, чем в Америке. В основном. А ты сам считаешь, что Россия лучше Америки? Перспектива, да. Я впервые такого встречаю. Там обычно с кем я общаюсь, они мне говорят, типа, у вас страна говно в Америке. Ну, а что они тебе еще могут сказать? Если даже он понимает, что страна, что Россия, как говорится, встала с колен и, как говорится, развитие России прет. Он никогда ж не признается в том, в этом. Россия встала с колен? А что тебе смешного, нет? Ты посмотри, ты сейчас в какой квартире находишься? Нормальной? Да. Ну, в Америку приедешь, будешь вон в клоповнике жить.
Зато в Америке. Зато в Америке. Не говори, классно. И девки у Это тебя будут даже страшнее они. атомной войны. Зато в Америке. Вот такие вы дебилы. Капец. Капец. Ой, ладно. Флаг тебе в руки, американский. Вот такая херня теперь ездит вместо людей. Нормально? И откуда могут, блядь, задавит еще. И откуда могут взяться рабочие места? Все. Cleaning in progress. Нормально. А когда-то бегали люди. А теперь вот таких машин пустили, хреново тучи и красота. Офигеть. Russian USA Radio.